Здравствуйте, друзья. Понедельник, утро. Еще народу почти нет. Вот некоторые там ходят, лежаны, лежаки, топчаны эти, занимают там полотенчиком, подкладывают. Вот справа бассейн, он детский, с горками там и так далее. А тот, что слева, он взрослый, с баром там. Вот тут можно прям, видите, вот мужичок стоит. Вот можно подплыть к нему и употребить тут же на месте, не выходя из воды. Это более взрослый такой бассейн. А мы отправляемся на утренний променад. Сейчас пойдем туда, на побережье, по песочку пойдем гулять. Вот мы спускаемся по лесенке. Такой здесь, обратите внимание, такая станция помывки. Видите, тут большой душ и поменьше ноги мыть, чтобы песок с собой не тащить туда на пляж. Вот тут люди раздеваются на этих деревяшках, видите, они вот босичком пошли. Ну и мы пошли. Детишки шумят. Налево посмотришь, туда, в сторону, можно сказать, налево южного полюса, в общем, туда. Вот там какие-то комплексы стоят, вы видите. Тут все побережье в этих комплексах. Вот. А направо посмотришь, в сторону северного полюса, в сторону Калифорнии. Тоже все очень мило. Как раз в ту сторону мы сейчас и пойдем. Сказать, что есть волна какая-то. Ну, есть. Вроде есть небольшая, да? Есть, есть. Заходите, выходите с него, конечно. Но... Мало того, она поднимает с собой песок. Да. И она на тебя не просто, а ты ее сделаешь. Ну, хорошо, хорошо. Так, продолжаем движение. Это соседний с нами комплекс. Квинто дель Мар. Такой вот симпатичный. Поутру мы видим на песочке много народу, которые ходят вдоль берега, совершают променад. И мы вместе с ними. А вот в этом гостиничном комплексе, мимо которого мы проходим, у них такой стиль, видите, навес в виде соломки. Вот местное население так живет. И тут же такая, как бы, пляжная торговля. Она пока толком не началась. Я бы поближе подошел и снял, но еще людей нету. Вот еще один такой комплекс. По правую руку у нас возникает. Да, а вот там справа прям диснеевского масштаба такое сооружение. И рядом с ним тоже очень много. Вы слышите шум прибоя? Ничего такого не случилось, просто волна. Вот мы дошли до этого комплекса и, наверное, пойдем обратно. Сейчас пора позавтракать и все остальные дела делать. Так, будем считать, что разминка закончилась. Единственное, что нам теперь снимать сложно, потому что солнце вот отсюда, вот видите, оттуда солнышко, не знаю, что мы можем снять. Ну, пойдем посмотрим так. Может быть, и в этой перспективе что-то нам покажется. Вот мы возвращаемся назад. Это лесенка, ведущая с песочка в основную часть комплекса. Сейчас надо будет ноги сполоснуть и вперед позавтракать.